Скажите, за счет чего после присоединения Молдовы к ЕС у жителей могут вырасти доходы? Ну, во-первых, это интеграция в общий рынок. Она уже сейчас есть, вы уже участвуете в этих цепях поставок. Иногда люди удивляются, когда они в Молдове узнают, что одним из самых больших экспортов из Молдовы это кабель для немецкого автопрома. Но это уже есть реалии Молдовы, и я думаю, что это... На совместных предприятиях, да, кстати, да, как раз в Бельцах. Да, да, и я думаю, что, наверное, люди не понаслышке знают. Я не знаю, какие там зарплаты, но я думаю, что, наверное, они выше среднего. Выше. И я думаю, что это будет продолжаться и впредь. И другое это то, что и мы поддерживаем это развитие бизнеса здесь, в Молдове. У нас есть большая программа для поддержки малых и средних предпринимателей, поскольку это и в Евросоюзе, кстати, является костяком экономики, это 99% европейской экономики, поэтому это мы будем развивать. Также это дигитализация, которую мы поддерживаем, поскольку уже сейчас процент экспорта IT-сектора из Молдовы больше, чем экспорт вина. Это уже один показатель, что мы знаем, какие прекрасные молдавские вина, но если уже сейчас ваши эксперты IT-сектора могут их по объему превосходить, это уже хороший знак для будущего. И в этом секторе, например, заработная плата уже 3 раза выше, чем в среднем по стране. То есть, если это будет развиваться больше, я думаю, что это будет и подгонять, и сановить.